Сколько у тебя? Штук 20? Нет, ты не должен вот этим носиком должен стучать, носиком. Да. А у меня что, где? Да. Маргоша себе пирсинг сделала в языке. Всем привет. Смотрите, кто у нас тут сидит. Царь горы на высоте за всеми наблюдает. Вот теперь вот его любимое место на вытяжке лежать. Вот. Наблюдает за всеми, кто чем занимается. Да, Филька? Лежит деловой. Ку-ку. Ты долго тут будешь еще наблюдать? Тебе тоже привет. На улицу просишься, да? Давай, погуляем. Погуляем. Мы только проснулись. Время 11 часов. Сегодня Пасха католическая, так что будем красть яйца. Ну, ты, может быть, остановишься? Будем красть яйца. Каролина еще спит. Ксюша тоже спит. Что-то все спят. Вставать никто не хочет. Маргоши сегодня не было, она у подружки ночевала. Папа наш сегодня выходной. Готовит завтрак. Здорово, там у нас. Это что у нас, рыбка? Тунец. И сразу Филька тут как тут. Мяу. Вкусняшкой запахло. Так, что у нас тут? Колбаска. Хлебушек свежий. Мяу. Что? Рыбкой, да, пахнет? Рыбкой пахнет, да. Цветочки нужно убрать. Красивый какой тюльпанчик. Раскрылся. Вот сюда пока. Розочки. Ксения еще спит. Ну, Ксюша обычно не спит так долго. Первый раз она так. Она у нас не Соня за Соня. Свежий хлебушек. Tenemos calientito, frío, calientito y frío. Para el gusto de todas las personas. Он сказал, есть горячий и холодный хлеб. El gato intenta. Кому что нравится. Кому-то нравится горячий хлеб, кому-то холодный хлеб. О, смотри, смотри, лапы достает. Опа, опа. Ну, он запросто может достать. О. Так, Каролина проснулась. Что, нашли планшет? Где он был? Планшет где был? Каролину. Каролина забрала? Нет, у Макса ее кровать была. Я сейчас сразу нанесу себе масочку с алоэ. Я ее наношу утром и перед сном. Прыщи тоже должны помогать. У меня прыщ соскочил тут. Я его уже выдавила. Он прям такое холодненькое, приятное. Минут 15-20 и... Ну, как только она подсохнет, можно уже смывать водичкой. Так, все, идем завтракать. У нас уже комары летают. Ксюшку вчера укусили раз, наверное, 5. У нее, как всегда, аллергия. Меня сегодня укусил. Маргоша пришла. Привет. Иго. Смотри, это уже с Маргарита. Давай помажем. Смотрите, как ее покусали. Вся в зеленке. Где еще? На пальчике? Только что? Ужас. Везде покусано все. Боже, сколько у тебя? Штук 20? Может, на лбу тоже вот здесь? Давай тут тоже немножко. Вообще, я сегодня собиралась печь Пасхи, но совсем забыла, что сегодня магазины все закрыты. У меня нет сливочного масла. Поэтому пасочки я буду печь на следующей неделе на православную Пасху. Мы отмечаем две Пасхи, католическую и православную. Вот, поэтому сегодня мы только будем красить яйца. В интернете нашла один классный способ, я сегодня его попробую. И мне понадобится шелуха от лука и... У меня тут помощница. Ты помогать будешь? Волосы только убирай, волосы будут мешать. Резиночку неси. Что нам понадобится? Вот. Яйца у нас беленькие. Так, сколько у нас тут штук, Каролина? 15, видишь? Здесь у нас есть лук. Так, я буду брать вот такой вот лук, красный. Его надо почистить и порезать шелуху.
И простой лучок. Вот такой вот. Здесь у меня чеснок тоже. Так, вот так вот я убираю. Полностью лук не буду чистить, только вот эти вот, которые сами отрываются. Ой! Теперь ты берешь ножницы и вот так вот режешь на мелкие кусочки. Слышишь? А? Вот так вот нужно разрезать на мелкие кусочки. Поняла, мама. Все, вот так вот я размягчила. Такие кусочки. Теперь мы берем. Теперь нам нужна марля. Такой вот я взяла бинтик. Срезаем. Не знаю, вот такие вот кусочки небольшие. Скорее всего, яйцо вот так вот не закроется, поэтому я сделаю вот так вот крест-накрест. Вот так вот кладу крест-накрест. Намочить яйцо. И вот так вот его обвалять. А потом накрасить? Вот так вот, чтобы прилипла шелуха. Нет, красить больше ничего не надо. Вот так вот она прилипла. Теперь кладем сюда. И нужно ее вот так вот завернуть. Вот так вот я возьму нитку. И мотайся. Да, и вот так вот ниткой замотаю. И вот так вот мы в таком виде мы будем варить яйцо. Следующее, да. Вот так вот валяй яичко, чтобы там все приклеилось. Липкое. А теперь я буду крутить. Теперь закручивай. Все-все мы не будем делать. Сейчас сделаем 4 штучки, наверное. А потом еще раз, да? Вот это можно лишнюю отрезать. Угу. Все. Светлая мама. Так, зажимай. И все, я закрутилась. Теперь мы ставим водичку. Обязательно ее нужно подсолить, чтобы яички не треснули. Так. Не уточняли. И посмотрим, что у нас получилось. Филька за нами наблюдает, сидит сверху. Чем мы там занимаемся, да, Филька? Яйца красим. Лежит, наблюдает. Сейчас они закипят. Туда я в кастрюльку еще капнула коричневый краситель пищевой. И красивый. Коричневатого цвета будет. Какой красивый. Посмотрим, что получится. Очень интересно. Запах, конечно, на всю квартиру луком пахнет. А мне нет. Нет. У меня есть оранжевый. Есть фиолетовый. Чуть-чуть совсем. Уже голубой. Вот голубенький есть еще. Еще чуть-чуть красного есть. Ну и все. Так. Синенький. Раз, два, три. Три, наверное, достаточно. Да. Так, это у нас какой? Красный. Красный. Все. А потом... И оранжевый. Оранжевый. И теперь я. Два. Три. Теперь ложечкой нужно размешивать. О, оранжевые еще красивые. Сейчас посмотрим, насколько они будут яркие, если что, я еще добавлю. Три. Теперь потом я один сделаю. Ух ты! Оп. Смотрите, какой получился. Покажи, покажи. О-о-о. Его нужно помыть хорошо. Карин, убери ножницы. Убери один. О, угу. Получилось, ребят, смотрите. Убери один. Какое красивое.
Понюхаю хочу. Понюхай. Ну, пахнет яйцом. Чего ты бегаешь? Бегает. Яйцом пахнет. Еще нужно... Еще можно смазать маслицем, чтобы оно блестело. И вообще туда будет. Так, я сюда накапала масло оливковое, смазала яйцо. И оно теперь вот так вот блестит. Вот. Ты там открываешь тоже? Так, давай я буду варить яйца. Бери вот, нет, вот этим вот смазывай. Мама, это смотри, очень, не только сколько. Все, смотрите, какой цвет у нас получается. Они такие не очень яркие, нежные цвета. Такой вот голубенький. У нас красненький. Красненький похож на розовый. А оранжевый на желтый, да? В общем, такие. И здесь где-то еще одно было. Или только одно лопнуло. Два яйца у меня лопнули. Хотя я водичку подсолила, не знаю. Чем дольше они лежат в краске, тем они ярче становятся. Поэтому, может быть, даже можно их сделать и поярче. Треснули. Еще фиолетовый сделаем. Еще голубенький. А, по-моему, как раз 4 цвета еще получится. Да. Как раз. Помогу. Теперь у нас получаются яички. Теперь мы тоже немножечко маслицем смажем. Вот такие вот получаются. Сегодня жалко, пасочку не смогу спечь сегодня. Масла у меня нет. Кирис? Кому лезет ты, бардака? Папа, Нира, рубил на... А что ты смотришь? Я выберу вот... Ой, осторожно, чтобы они... Вот такое вот. Мама, я это фиолетовый. Нет, ты не должен вот этим носиком должен стучать, носиком. Да. А у меня что, где? Давай, стучи. Ой, раздай! Я проиграла. Давай теперь Ксюша. Yeah. У меня что, где? У меня нос, где у меня попа? Нет, вот этот остренький, на носик вот этот. Это носик. Что, выиграла? Да, ну, давай теперь с папой. Я тоже. Папа. Я только поиграл. Да. Ксюша выиграла. У Ксюши самое крепкое яйцо. А попкой? А попка, она пустая, она поломается. Филька новое место себе нашел опять. У нас тут... Ой, ты хороший, он там прячется. На курточке там лежит, ему удобно. Филька. Его так потерять можно, да? Здрасте! Я бы его ни за что там не нашла. Филька! Как спи? Так, мы опять поехали кататься на скейтбордах. Маргуша пришла? Ты шапку неправильно надела, задом наперед. Поедешь в огород. Маргуша себе пирсинг сделала в языке. Своим зубом, своими зубами проткнула себе язык. Очень сильно, причем. Прямо он там у нее аж рассекся. Болит язык? Болит? Да? Ну, проколола себе. Почти кусок откусила. Ладно, пошли, давай, пока. Покушай, там есть эти яйца, есть. А ты яйца не кушаешь?
Есть макароны с яйцами, яйца не кушаешь. А у нас есть замороженные фрукты? Нет, нету. Мы завтра поедем. Я говорю... О, здорово. Я сегодня хотела за продуктами, а магазины все закрыты. Ладно, все, мы пошли. Не можем проехать на нашу скейтбордную площадку. Там закрыли дорогу, что-то случилось. Не может быть, что даже туда никак не попасть. Закрыли дорогу. Единственная дорога там, Ксюша, больше нет. Это единственная дорога. Почему не закрыли? Ну, значит, что-то случилось, но не просто же так. Что случилось? Ну, мы не можем туда проехать и посмотреть. Я знаю. Что-то там случилось. То ли пожар, то ли мама, что. Мама, знаешь я... что? Раз у нас не получилось покататься, то поедем за мороженым. Чем кто-то мороженое выбрал, кто-то Happy Meal. Вот эти Happy Meal, как всегда. Макс Happy Meal, Каролина тоже Happy Meal. Каждый раз они Happy Meal. Как нам дали талончик? Не кушай ее картошку, Ксюша. Никого нет дома. Тишина. Мы приехали с этим, с мороженым. Это мы так поехали на скейтборда кататься. Там закрыто было. Не знаю, там что случилось. Печатают, стоят тут фотографии какие-то непонятные. Ой! Ой, это Кики! Идут! Это в Германии. Все, я вспомнила, да? Это мы в Германии. Мама, мама, иди сюда. В прошлом видео вы мне писали про эти часики, что я неправильно нажимала, я уже поняла. Я потом нашла вот эту кнопку, вот здесь вот ее видно. Я думала, что включается так же, как и на новой версии. Вот посерединке нажимается, но оказывается, тут есть невидимая кнопочка. Нужно купить только ремешок, потому что ремешок у нее порвался. Может быть, кто-то будет пользоваться. Ну, так я их оставлю, конечно. Зубки почистила? А зачем вода бежит просто так? Не бесплатная вода. Молодец. Глаза свои тоже вытри. После туши черные. Ты заблудился, Макс? Так, завтра гости к нам придут. Вообще, я сегодня должна была печь торт. Планировала пасочки испечь, тортик испечь. Магазины сегодня все закрыты, продукты не купила вообще никакие. Мама, завтра не закрыта. Так что, скорее всего, придется завтра тортик купить. Давайте пораньше ляжем спать, потому что мне нужно видео смонтировать, Макс. Я хочу пораньше лечь спать, мне нужно работать еще, Макс, пошли. Вы что, вместе будете спать? Или два, втроем будете спать, да? Ну ладно, давайте. Все, тогда пока, спокойной ночи. Что ты сделала? Она меня не любит, хотела взять. Эй. Она красивая. Она Маркушу защищает. Тут два Макчикен за 10 франков 50, смотри. И папа сказал, один стоит 7 франков. Да? И тут два. Макчикен? Да. А, хорошо. Оставь, не потеряй. Угу. Бонус. Ладно, все, ребята, всем пока. Спокойной ночи. Пока-пока. Будем спать. Бонечка, пока. Это до 31 октября, захочу 22. О, еще долго. Ну все, давайте. Бой-бой. Всем пока.